Суперспособности ассоциируются у нас с недавних пор с героями всяких разных комиксов и потом фильмов, Марвел и так далее. Но на самом деле, если мы люди, а не какие-то гибриды, непонятные пауков с людьми, муравьев с людьми и так далее, наши суперспособности – это те качества, по-настоящему человеческие, в которых есть дефицит. К сожалению, в нашем нынешнем мире в дефиците доброта, в дефиците эмоциональное тепло, в дефиците поддержка и участие, в дефиците доверия и искренность. И если у вас есть эти качества, я думаю, вы их немножко прячете и скрадываете, потому что проявление человеческих качеств сейчас – это какой-то такой, что-то очень нетипичное. Но если это суперспособность, то почему бы ее не проявить? Да, сейчас мир в целом эгоистичный, жестокий, все зациклены на себе. Ну а вы проявили участие и доброту, заботу и тепло, суперспособность.